Друзья, всем привет! Стою, значит, на точке 109-128, река Яма. Так, это вот квадрат получается D6. Значит, перекидал несколько хантеров. Ни на какой у меня это не залетало особо цвет, кроме вот этого вот Кируна Хантер 1008. Значит, крючок у меня Magneric Treble S2.0. Короче, получается, такой вот у меня крючок. Вот такая вот сборка Белуга Венга. Флюоркарбоновый, значит, флюоркарбоновая леска на 19,1 килограмма. Рыбачу без поводка Кируна Хантер 1.008. В принципе, сейчас покажу, что вот пока перекидывал, что мне уже успело тут сесть. Вот только буквально я зашел 12 минут назад, уже успела залететь, в принципе, неплохая мальма на 4800. В общем, друзья, рыбачим, встретимся уже у базы. Всем, друзья, приятного просмотра. Thank you.
Так, друзья, постоял на точке почти 2 часа. 51 хвост зачетный, всех остальных незачетных рыб я порезал на мясо. Ну, где-то у меня наловил за эти 2 часа примерно около 80-85 рыбок. Зачетных 51. Так, давайте еще раз посмотрим. Кстати, да, сдал киту 4 штуки от 1,8 на 88 монеток. Так, окуньки у меня здесь сегодня не брали. Так, чукучана не было, гольцов. Ну вот, собственно, 88 монеток получилось с кафе. Сейчас покажу, что за это время я, друзья, поймал. Вот, рыбачу час 56, почти 2 часа. Так, несколько горбуш залетело. Самая крупная на 850. Киты довольно-таки много. Так, если по массе отфильтровать, получается 6 килограмм, 300 грамм, самая крупная. Вот их две штуки у меня попалось на 6. Так, кижучи. Кижучи по массе уже отфильтровались. 2 900, самый крупненький. Также здесь присутствует мальма. 4 825, крупный экземпляр. Также попалась мекижа, две штуки. Нерки. Ну, нерку, вот смотрите, единственную, какую рыбу я брал от 500 грамм, но при этом не зачетную, это нерка. Также влетело 9 штук. В принципе, нормально. И один хорюзочек. Вот, кстати, жалко, что хорюзочек где-то у нас, вот видите, один. Так бы еще бы 88 монеток прилетело. Ну да ладно. Вся остальная рыбка, друзья, вышла на 690 плюс 80 монет. Это где-то за 2 часа 700, ну, 770 монет, вот так где-то получается. 770 монет, 750 разделить на 2, это где-то по 400, ой, по какие, по 350 где-то монет. Ну да, где-то так в час. Ну, такой вот, друзья, результат. 690 монет плюс 88 монеток за почти 2 часа. Друзья, кому видео понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и пишите комментарии по теме ролика. С вами был Андрюха, друзья. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.